Маг. Самый сильный из этих трех. Клопису сейчас атака 1, здоровьем 1, Джапетта. Ну, так. Вообще, типа, Келес Гос считается крутой картой. Я бы сказал, что переоценен. Я бы Лича Джайна бы с большим удовольствием бы брал. И... Ну, Кадгар, понятно, выше, да? И Сферу бы я бы с большим удовольствием брал. Но, ладно. Келес Гос здесь лучше всех. Дракон. Легко. А, ну, как бы лучшая карта порождения хаоса, как будто бы. Но, чё-то я не большой фанат этой карты. Потому что, по ощущениям, сейчас как-то... Ну, ты не можешь агрессировать. Не агрессируешь ты. Не. И уничтожать 5 карт колоды нижней. Это, я думаю, что часто будет приводить тебя к поражению. Хотя их тупо не будет хватать. Порождение хаоса. Значит. Порождение хаоса 85. А эктоплазма 82. Но я предпочитаю эктоплазму. А, воль призывателя, это здорово. Воль призывателя, карта довольно-таки хорошая. 107. Метеорит. Материнский корабль. Волна огня. Тоже супер переоцененная, кстати, карта. Держимый ползун, нечестивый сгусток. Ни одного элема, но вообще элемы должны набираться, да? Сгусток 78. Одержимый ползун 71. Ну, это тоже не вариант. Ну, давай, ладно, хорошо. Возьмем пока тебя. Ледяной ткач легко. Обвинитель. Ну, так, обвинитель. Обвинитель 79. Не, ну понятно, что это типа самая сильная карта. 41. Да, кстати, достаточно часто до фатиг доходит. Неправда. Достаточно часто. Если ты играешь вот такими персонажами, то это не редкость. Ну давай, ладно, хорошо, взял тебя. Еще одного обвинителя, еще одного обвинителя. Фаербол лучше, чем защитник холмов. Метание колец или журавль оригами. Выглядит как будто журавль оригами. 102 против 89. Да. Так. Разводчица драконов. Магический броник норм. Броник 80. Разводчица драконов 81. Ну, проказник так себе. Проказник 77. Да, кстати, я согласен. Я лучше возьму двойку. На огня. Это нет. Это тоже нет. Ну ладно, давай волну огня возьмем. Чародейское переполнение. Чародейское переполнение. Ну, ностальгический гном лучше, чем слияние из глубин. Болтливая книга. Еп. Снова метеорит. Писец у меня ремувалов. Ну, давай. Блин, еще один метеорит. Ну как бы это плохо, это плохо. Ну хорошо, давай. Ничего хорошего, кстати, нет. Слияние с глубин и исследователь тайн. Исследователь тайн... Да, мне кажется, нет, но хуже. Я лучше такого возьму. Синтус, замечательная карта. Корея консервации нет. Первый огонь или журавль оригами? Я думаю, что журавль оригами номер два. А, скорпит или эльфийская
ночная эльфийка. Мне кажется, ночная эльфийка лучше. Ну хотя ладно, скорпит. Скорпит возьмем, скорпида. Типа 103 против 98. Но опять же, блин, она... Ладно, хорошо. Она мне не особо нужна. Она, с одной стороны, мне нужна, чтобы я волю призывателя на нее кидал. С другой стороны, она мне особо не нужна, потому что у меня 2 флеймстрайка и 3 метеорита. Ну, хорошо, давай. А, третья воля призывателя. Мне просто непонятно, куда вообще я буду закидывать. Поэтому давай-ка я лучше эктоплазму снова возьму. Жившая лавина. Но жившая лавина у меня никогда практически не будет работать. Торговец 53. Хотя ладно, ничего не будет-то. У меня синтезы есть. Давай. Ну да, сгусток тогда возьмем. Ну, еще синтез возьмем. Вот еще один синтез, это прям очень здорово. Кстати, здесь тоже трудный выбор, потому что две двойки очень хороши. А, акварелист нахрен не нужен вообще. Хотя он типа достаточно высоко, да, 74. Ну нет, он в любом случае даже хуже, чем смерч, который 84. Руническая, вернее, 86. Руническая сфера 86. Но по ощущениям, что мне лучше смерч взять. Потому что, опять же, у меня как бы есть 3 карты синергии с элементалями. Поехали. Ну, ткач, я думаю, лучше, чем неосторожный ученик, потому что я не разбафываю себе обилку. Смотрите, значит, ледяной ткач. 107. Ну да, неосторожный ученик 94. 3 метеорита, 2 флеймстрайка. Ну, типа, стол я чищу противника прям на ура. Ну, 2 синтеза очень здорово, да? 3 единицы, 4 раз. 5 карт стартовых. Ну, я не сгубен, тоже теоретически можно. Тройки неплохие. Блин, как будто бы неплохая колода. Только единственное, что в кривую непонятно, что у нас будет. Почему Воргина предлагают? А почему его не должны предлагать? В смысле, предлагают на выбор? Ну, предлагают, не бери. Почему его должны не предлагать? Или кто тебе это предлагает? В принципе, я не против, если у меня ледяной ткач окажется в стартовой руке. Да, я просто изначально с большей, ну, хочу по максимуму достать какую-то единицу, попытаться. Так, дептрекер не хочет работать. Не хочет, сейчас запустим, заставим. У меня так много ремоулов, но при этом я не очень себя буду ощущать против каких-то хрипов. Да? Ладно. Цель для моей четверки.
Я бы сказал, что у меня классные колоды, если бы не Келесгос как Лего. Не очень уважаю. Вот если бы здесь ледяной Лич Джайна была, мне кажется, это было бы для меня лучше. Аж как ни крути, в такие вот... Такие вот контроль колоды. Ты хочешь? Ты хочешь? Ну вот что-то типа как Ристраза у друида. Да, Лего, который дает 1 000 000 вэлью. Ворген разведчик, скажи тогда, сколько я оцениваю? Ну, полтинник. Просто полтинник. У меня их три. Так. Не вижу в нем радости сейчас. Три метеорит. Нет, на арене не съехал никак за последнее время. Ну, тут вопрос, что ты подразумеваешь под словосочетанием «последнее время». Если имеешь в виду с патчем, ну, который ввел вот это дополнение, ну, можно сказать, что никак особо. Ну, паладин единственный вышел из чата. Да хрен с тобой, наверное, просто так тебя достану. Да, так себе, а что делать? Что делать? Ну да. Плюс более-менее ничего, охотник сам по себе. Ничего не поменялось. А с чего должно поменяться? Это ж не так работает. Это же, ну, это же только патчи меняет что-то. Кстати, вообще я не против. Это же не ладдер какой-нибудь, где теоретически может найтись колода, которая всех вдруг нагибает и меняет мету. Это же вероятность упадения карт, которые моментально просчитываются. Вот. Наставь мне 2-2. Не, ну да, это, конечно, наивнее, я согласен. Блин, дракон просто лупанул, что ли. Да, конечно, хочется вот что-то такое, например, кинуть. Ладно, давай, я так сделаю. Вот, кстати, очень хорошо. За каждую шкагу. Чё, я огонь делал, лед делал, да? Ну, ладно. За 3 маны. Еще может быть, воля призывателя. Thank you.
Кстати. Хрен с тобой, я лучше так сделаю. Короче, вопрос с его легой. Что у него будет за лего? Ну, обычно, конечно, у охотника... О, это, у рыцаря смерти леги, которые дают много вэлью. Именно за счет этого он такой сильный и в лейте. Как она будет? Ладно, посмотрим. Заклинание еще получил. Так, и что тебя? Похож тебя. Можно, конечно, просто все в условном фейм-страйке накрыть. Ну не, давай. Хочешь поколдовать? Я хочу поколдовать. Ну давай. У меня, к сожалению, нет практически существ, на которые хочется волю призывать или кидать. Ну ладно, буду кидать на пятерки. На пятерку. А, что ты мне можешь? Шо? Судьба зовет. Шо? Все хорошо, хорошо. Еще. Ну, возможно, там типа десятка, скорее всего, да? Пока так. Вот сюда волепризывателя хочется. Самая лучшая карта для волепризывателя. Ну, ожившая лавина, но ожившей лавины у меня уже нет. Келесгос. Ну, кстати, может быть Келесгос. Но вряд ли. Процентов, наверное, 80, что у него лего десятка. Учитывая, что он что как раскапывал, что ничего не морозилось. Скорее всего, там должна быть лего вот это вот. Хорошо. Сон.
Но... 12-11. Допустим. Ну, с броня мне. Без брони. Все без брони. Так. Да и хрен с тобой. Если кем-то ударить, то я победил. Мне даже биться никем не нужно было, да? У меня же 4-4 и выстрел. Хорошо. Хорошо. Продолжаем. Ну, опять же, у меня достаточно много стартовых карт, при этом у меня есть тройка, которая лучше, чем Скорпион, да, именно плазма. Хорошо. Хочешь поколдовать? Я хочу поколдовать. Кстати, не так плохо. Никто не бежит от меня! Допустим. Заклинание, это так весело! Раз, два, выстрел. Богатый шелест! Черт. Ладно. Ну, допустим. А два лучше. Возможно, метеорит. К сожалению, потеряю, конечно, скорее всего, заклинание, но что делать?
Ну или просто вот так сделать. В принципе, меня это устраивает. Так. Ну, кстати, 8 урона, если сейчас залетит, это будет не очень здорово. Это пока что. Оп. Это тебя убрать. Флеймстрайк. Нет. Метеорит, может быть. Ой, я тебя вот это сделаю. Хорошо. Вот займем стол. Давай. Не очень, да, получилось? Давай-ка повторим. Бывает. Ну, ладно, я как бы не против. У меня вот такая вот карта есть. Так, может мне спалить одну карту? Теоретически. Окей, я могу сделать тебя. Судьба мира висит на волоске. Хорошо. Или реально просто взять и две восьмерки сделать. Две жесткие восьмерки. Давай я так сделаю. Хорошо. Ладно. Блин, отстань, что вообще ничего у меня не остается. Да, и я еще и карт теряю. Неприятно такой карт терять. Ну, хотя... Блин, мне на самом деле лучше вот это и вот это вместе, да, сэка? Ладно, хорошо, да, мне лучше это вместе оставить. Нет, спалится или спалится, не важно. Это слишком хорошая комбинация. Да или даже так сделать пока что. Хорошо. Достанем такую карту. Кража со взломом. Обобрать и в море. И добыча одна за одной. Отлично. Ну, плюс карту, да, плюс урон ты сейчас получишь. Ну так. А что, урон не получает? Честно говоря, немного неожиданно. Ну ладно.
это неплохо в целом. Типа добыча, пятерка, ну так. Не, ну нормально как бы добыть пятерка. Но, в принципе, я оружие его это сделаю. Ну да, ладно, хорошо, давай так я даже сделаю. Значит, сначала так. Так, ну давай. Жестко. Че, поменяешь оружие? Меняет. Что же делать? Давай так. Ну так. Ну так, ну допустим. Ох ты ж, ни хрена тебе. Да иди ты нахрен, серьезно? Ой. Понимаю. Понимаю. Джайна! И Джайна! Не стоило напрашиваться. Это мы еще увидим. Так, хорошо, давай. Ставим тройку. Будет еще что-нибудь? Будет. Ладно. Я, конечно же, просто достану. Мне важно не терять здоровье. Я не против. Наверное, сейчас протестую будет.
Да и ладно. Не, ну так выглядит как самое приятное. Раньше 7 стоил вроде как. Вулканозавр там. Че, мы 10? 10 можем нанести. Давайте нанесем 10. Резко, чтобы. Ну хотя ладно, нет, давай тебя лучше наставим. Просто отдам мелочь всякую. Ты меня по-любому 5-6 не убьешь. А значит, тебя ждет очень-очень-очень много боли. Очень много боли ждет. Да не, нет смысла. Хорошо. Очень много боли, ребят. Выглядит примерно так. Как же мне наплевать? Ты бы знал. Как же мне наплевать номер два? Магу нельзя столько урона получать. Шайна и Малфурион. Я должен защитить повелителя огня. Не стоило напрашиваться. Так. На шестой ход 7-6-7-6. Да не, ладно. Не будем такой ерундой заниматься. Это хорошо, это тоже хорошо. Да, в принципе, и это неплохая карта. На халяву это хорош, как это. Вот это неприятно. Скажу честно. Мороз кусается и без клыка. Кому-то хлам, а для меня материал. Что творит, что творит? У него посмотрите.
это. На самом деле довольно плохо все у меня. Я не хочу отдавать монетку, потому что я верю, что мне понадобится что-то типа флеймстрайка доставать. Резко. Вот. Все, скорее всего, пятерка пойдет. Не пятерка. Я, кстати, рад этому. Да, это, кстати, похрен. Давай так. Да, придется, видимо, монетку все же достать. Это полный отстой. Ну, это могу. Хорошо. Да, Рагнарос, давай. Лего-бумага, которая расщепляет на две. Вот это было бы здорово. Он пошел, хорошо. Ладно. Привет, Акилис Гос, когда делает заклинание за ноль? Первое заклинание за ход, он делает всегда его за ноль. Первое заклинание. Это значит, что ты не можешь делать монетку Акилис Гос и надеяться на то, что у тебя там будет что-то. Ты что мне хочешь сделать? Опасно. Летить опасно. Ну, подожди, только на этот ход, да? На конце ход, ладно. Нормально. Нормально терпим. Хорошо, давай, готовы сделать флеймстрайк. Кстати, опять же, не сомневался, что именно эта карта у меня раздвоенная есть. Это хорошо. Ну, а? Взгляни и поймешь. Ну давай, да, и 6-6 доставить, это же нормально. Страйк. Как будто бы уже не очень здорово, да, флеймстрайк? Могу просто тебя сделать пока что. Ну, типа флеймстрайк. Да не, давай. Так, вот убрали. Сидим пока что. Пока что сидим. Неприятные эти нарядные панцири. Ладно, сейчас что-то придумаем. Надеюсь.
Главное, чтобы он рестрал не достал. Это что, свайп? Ну, ладно. Немного очередность такая себе получается, потому что восстанавливаю себе здоровье. Ну, честно говоря, не очень понятно, что мне делать. Страйк. Ну, блин, вот его, конечно, хочется убрать, но флеймстрайк-то отдавать сюда это так себе. Хорошо, давай так сделаем. Давай. Пять четыре очень хочется убрать. Ладно, два достаточно. Вот это неприятная, кстати, хрень. Максимально неприятная хрень. Заклинание огня плюс 2 это ну, окей. Это пойдет. Шо? Ну так, ничего хорошего. Очень тяжело магу, конечно, перебивать стол. Как будто бы, типа, вот эти всякие флеймстрайки, как будто бы это все очень, ну, типа, здорово, сильно. На самом деле, ни хрена, это не сильно, не здорово, потому что это супер дорого. Это вообще не карта сейчас. Просто не карта. Все мега-мега медленно. Ну, ладно. Миллион тысяч карт. Сделать ничего не могу. Ну, я его могу убрать метеоритом, добить. Нужно покончить с этой Машу свечкой. Бля, кому-то. Все, ГГ. Ну, типа, ладно, давай, я сейчас тебе попробую тебя. Ну, попытаемся, вдруг что-нибудь выйдет у меня отсюда. И правда вышло, ребят. И правда вышло. Правда вышло. Два 14 убрать. Не самое простое занятие. Че ты меня убьешь? Пока нет. А
Рука не может убрать меня. Так. Ой, как же уныло-то. Это тоже проблема. А начнется охота. Не стоило напрашиваться. Это дурацкие флеймстрайки. Ни хрена не делающие. По ощущениям, что сейчас флеймстрайк на арене должен стоить 5 маны, блин. С нынешними картами. Плохое существо. Ну, кстати, лучше, я думаю, что мне скорпион достать сейчас. Пусть будет так. За мага ни в коем случае нельзя жадничать и пытаться дополнительную вэлью какую-то доставать. Тем более против каких-то, ну, агрессивных персонажей. Ни в коем случае нельзя. Супер забафанные, я их буду забирать через журавлей. Главное, чтобы не с натисками были персонаж. А так в целом, ну вроде ничего, так идем. Дракон. Ну, дракона просто могу через 4-4-2 убрать. Ну да. Всё. Допустим. Слабо. Я надеюсь, он понимает, что это слабо. Так.
Я, кстати, тебя могу сделать. Как бы чуть лицо пробили, пробили. Фаербол оставить тоже желательно для лица. Ладно. Не, давай так. Вся проблема, кроме другого мага. Да нет, маг он может играть контроль. Просто маг он. Ему очень-очень тяжело возвращаться на стол. Очень тяжело. Как будто бы, типа, раньше маг это как бы самый. Ну, нет никого лучше, чем там зачищать вражеский стол. Не было никого лучше. А сейчас маг как будто бы один из самых худших. Потому что все очень, опять же, все очень дорого. Его эти зачистки. Потому что сейчас как бы зачистки. Это в первую очередь карты натиски. Либо боевые ключи, которые там что-то наносят урон. А у мага, ну, это просто, типа, что-то сделай, и ничего не останется. А натиски и боевые ключи, они остаются на столе. Обычно. Чувствую ненависть 10 000 лет. Не стоило напрашиваться. А, можно начинать с единицы. Это хорошо. Думаю, так лучше начать. Блин, когда у меня двойка есть. Какой-нибудь фаербол, наверное, мне нужно. Ну, это ледяной ткач, может быть. Так, тройка, потом как-нибудь через синтез что-нибудь я поиграю, потом пятерка. Никаких повреждений. Либо я просто четверку сейчас сделаю. Поехали. Миллион тысяч карт. Не улетай! Как будто бы и смысла в этом нет. Хорошо, давай так. Просто поломанная карта. Два существа было на столе. Ни одного существа на столе. Никто не бежит от меня. Ну, это как будто бы окей.
этом ходу. Ну давай такое сделаю. Сейчас просто 266 выйдут. Нет, это не оно. Совсем не так страшно. Блин, это все равно супер хреново. Что это за карты? Ну, в принципе, наверное, даже может быть так сделать. Хотя, ну нет, не хочется. Давай. Очевидно, что он разменяется, но вдруг он как-то по-другому решит. Кстати, вот это вот ход. Следующий мой. Ну, я же говорю, что может так по-другому быть. Че, надеемся, что он вот его уберет. Типа 2-2, ну можешь, ладно, можешь не убрать. Если уж так тебя будет. А, я чуть-чуть по мане ошибся. Ну ладно. Возможно, Келесгос плюс воль призыватель. Может быть, может быть. Ну не, хочется здесь по-другому играть. Конечно. Конечно, по-другому хочется. Скинь две тройки, достану плюс выстрел. В идеале двойку поймать. Отлично. Великолепно. На Октасаре нет. Если у вас есть дракон, ну хорошо, давай так возьму пока что. Передохнем. Ладно. Вот хорошо. Так, ладно. Не, вот это, кстати, прям сильно-сильно у меня получилось. 5-1 превратить в 5-5 и 3-8. Реально жестко. Сохраняйте спокойствие. Зараза изолирована. Это не хватает. Это пошло не так. Интересно. Ну ладно. Абсолютный ужас. Ну
ты гибридный. Великолепно. Тебе мало? У меня как бы вон есть комбинации, поэтому мне окей. Три раза направо, значит налево. Давай так. Скорее всего, я вот это сейчас сделаю на него. Ну, можно флеймстрайк лупануть. Не, ну, кстати, реально можно флеймстрайк лупануть. Можно даже под ним. Три-два. Давай так. Симулятор. Ну, я думаю, здесь шквал. Ну да, просто буду морозить. Если что, это на 7 у нас. Отсечем лишнее и перейдем к сути. Хорошо. Магам главное стол держать. Держишь стол, и вроде вообще как будто бы и охотник на демонов ничего не делает. Ну, правда, все равно шестерки не показывал, например. Ну, такое. Так, ну окей, я не против оставить. Даже пофигу, я готов просто как 2-3 играть. Хочешь поколдовать? Я хочу поколдовать. Окей.
начинаю уборку. Ну, в целом, даже если ему, типа... Да не, я думаю, что так лучше. Ваше существо восстанавливает здоровье, да? Ну, давай так, если... Заклинание, это так весело! Заклинание, это хорошо, весело. Хорошо. Так, да можно просто ничего не делать особо пока что, честно говоря. Давай, Гнаруса. Че так ударить? Давай так ударить, а может быть вот этим вот. Ага. Он будет пятерки, да и хрен с тобой. Да, пожалуйста. Хорошо. Мне как будто бы сейчас очень хочется достать элементали. Правильно? Правильно. Значит, я достаю элементали. Это жалко, конечно, но просто в кривую же тоже очень важно. Важно играть. Ну, я могу сыграть. Ну, не, ладно, я могу его достать, но я не вижу в этом прям необходимости. Давай лучше так уберу его. Что я даже так сделал? Это очень бы неплохо скопить, ну, накинуть на него. 7-6 слабый. Ну ладно. Да, наверное, проще мне даже оригами сделать. Правильно же? На халяву неплохой дракон получил.
Да, Рагнарёк, это, конечно, здорово, но это 50 на 50, а я не хочу 50 на 50. Я лучше более уверенно сыграю. Рагнарёк вообще не, как будто бы не персонаж сейчас. Как будто бы современный Рагнарёк должен 3 раза стрелять по 8. Ладно, хорошо, 3 раза по 6. Здравствуй, груш. 6 раз по 3. Мне кажется, 6 раз по 3 хуже, чем 3 раз по 6. Это слишком уже сильно становится. Да ладно, 3 раза по 6 тоже сильно, конечно. 3 по 5. Ну, типа, просто выстрелить 8, ну, камон, это, ну, куда это годится? Никуда не годится. Ты серьезно совсем? Мертво. Не стоило напрашиваться. Лорд Том. Ну, старт приятный. Как бы смысл в Рагнаросе, если есть дракон, который 9 в конце хода лупит, но при этом может еще и атаковать. Как бы, какой вообще прикол? Не, ну ладно, тот ток по существам, конечно, но ток по существам это зачастую как бы даже лучше. Это значит, что ты 100% вот в такой ситуации, когда стоит 8-8, то 100% попадаешь в 8-8. Но 12 раз по единице мне не нравится, потому что как бы Рагнарёк, это же персонаж, который лупит, прям лупит. А, ну, как бы, а так он просто чешет. Это нет. Это мне не нравится, этот момент. Не сомневался, что сразу берет. Ну, ничего. Хорошо. Хорошо. Это, кстати, неплохо оружием сделать. Хотя маг не сильно хочет размениваться лицом, конечно. Взгляни и поймешь, что тебе это нужно. Ну, если не пойму. Мне нужен топ-дек, ребят. Какой-то хороший. Что-то мне не нравится то, что у меня. Ну ладно, я ничего не делаю. Этот ход. На следующий ход пятерку. Влуплю. Потом можно будет сделать 3 плюс... Ну 3 плюс 3 это мечта, конечно. 3 плюс 3.
не сильно верю. Окей. Семерка выглядит приятно. Хорошо, Данка. 3 плюс 3 это мечта. Ладно, я даже больше скажу. Мне не так важно оружие достать. Просто оружие это, вероятнее всего я достану. Но вот это вот сюда закинуть, это прям очень здорово будет. Еще как-нибудь кого-нибудь разменять. Даже типа 2-1. Ой, просто заморозь и не трогай. Кайф. Удивительно. Хорошо, давай. Ну, ладно. Может так. Это маловероятно. Жестко. Хорошо. Тебя. Это лучше. И это клинок? У меня их. Как хорошо ему. Угу. Так. Угу. И план такой. Опять вот я сижу, да? Топовые карты, ребят. Как будто бы. А на самом деле ни хрена, потому что я, если я его достаю сразу же. То я просто, ну, играю эту карту и больше ничего не делаю. Ну что это такое? Кому это нахрен надо? Сейчас это плохо. Шум.
больше не увидишь. Но с другой стороны, типа, у него выбор другой. Хотя я не думаю, что это его расстраивает. Ну давай. Удар. А, у меня тупо оружие может убить. Не круто. Но это... Не. Это только мне в плюс. Может, еще его что-нибудь забавить. Не знаю. Ой, ой, вот это глупость-то какую делаешь. Вот это ты глупость сделаешь, друг мой. Вот это ты песос глупый сделаешь сейчас. Поехали. Два флеймстрайка, два метеорита. Ошибок. Кайфую, ребят. Да, короче, при этом часто собираются, хотя пипец, просто все эпики же. Столько эпиков в жизни не видел. А что еще у мага там есть за эпики? Какие? Петроглиф. Ну так, да, у мага на самом деле достаточно хреново с эпиками. Кстати, неплохой ход сделал. Пускай ошибок. У меня мало времени. Так, ну давай. Ну, мне кажется, что Тириан хорошая карта, ребят. Но тоже вариант. Не, это похрена. Да, это, в принципе, Лорд Джора меня устраивает. Я думал Тириан, но здесь Лорд Джора. Лорд Джора неплох. Больно. Блин, реально больно. Ни хрена ты мне сразу пробил. Просто моментально пробил. Охренеть. А ты меня еще убиваешь на следующий. Бля, да иди ты нахрен, серьезно, ты просто мне. Раз топ-дека мне летал, подделал. Это получается, у него получается вообще... А, у Костегибателя теперь два этих. Ну и чё, это вообще адекватная хрень? С топ-дека он берет Аниксию. Ой, бля. Так, и что делать мне? Все, проиграл. Интересно. Двенадцать урона, не двенадцать, один с урона нашим. Сраные флеймстрайки, ребят.
Ну, да, вот супер карта, Flame Strike. Не делает вообще ни хрена. Просто тупо ни хрена не делает. Спасибо за еще один сраный Flame Strike. Блин, ни одного, ни одной провокации. Писец. Какой же, какие же бесполезные заклинания. Просто ты сидишь и ни хрена не можешь их кинуть. Ни разу. Это настолько плохо, конечно, что жуть. Мы наконец-то дожили, что Flame Strike на арене, даже загрейженный, он вообще ничто. Просто никакущий как. Пипец.